Всем привет! Вы часто просите показывать вам какие-то необычные редкие камни. Дорогие просите показывать. Вот, собственно, смотрите, да? Камень называется грандидирит. Он добывается в нескольких местах в мире. Но вот хорошего качества, чистый и с хорошим цветом, можно найти только на Мадагаскаре, в одном месторождении. В остальных местах они получаются, ну там, 99.9%. Это кусочки, которые огранке не подлежат. То есть они бледненькие, с трещинами, серенькие, но даже их искупают коллекционеры очень дорого. Вот такого качества, данный экземпляр, да, вот такого качества на планете Земля на руках у людей в данный момент всего 8 камней. То есть это вот вы сейчас видите один из них, это, скажем так, номер 8. Как он попал в наши руки? Ситуация, сами понимаете, сейчас экономически не очень хорошая. Человек, который всю жизнь скупал камни, продавал, то есть шри-ланкийский миллионер, принес этот камень нам на огранку. Ну вот он у нас, и по его просьбе, он пожилой, в интернетах ничего не понимает, мы будем его продавать на аукционе, сделаем для него классическое изделие с бриллиантами и выставим на торгах. Процесс весь занимает больше, чем полгода, то есть это очень длительный процесс. Стартовая цена у него будет от 50 тысяч долларов, то есть торги начинаются с 50 тысяч долларов за карат. Это очень важное уточнение, за карат. Вот посмотрите сертификат, камень больше 7 карат, можно зайти на сайт по дате, по номеру, посмотреть, почитать. Ну и вообще, если вы интересуетесь темой, инвестированием, финансами, камнями, можете погуглить, почитать, правда информации в открытых источниках про него очень-очень мало. Его уже посмотрели серьезные специалисты и международные, и в Европе, и в МГУ. Все в шоке. Я, если честно, не совсем понимаю, от чего. Ну, то есть, да, он очень редкий, но что он безумно красивый, я бы не сказал. Но, тем не менее, знаменитые и серьезные крупные дома ювелирные, да, не буду называть имена, чтобы рекламу им не делать, вот, на своем великолепном канале, они изделия с этими камнями производили. Изделия были проданы очень-очень дорого. Если хотите, я вас могу держать немножко в курсе, да, время от времени рассказывать, как дела именно с этим камнем, как выглядит процесс вообще, вот чтобы изделие передать на аукцион, что происходит, что нужно, что требуется, и что будет дальше, и какие финальные цифры мы получили. Вот, собственно, вам такая очень-очень редкая редкость, скажем так. Всем привет! Всем всего хорошего. Не болейте, берегите семью.